Россия приостановила пассажирское сообщение с Китаем. Это связано с распространением коронавируса по стране. Постановление начало действовать с полуночи 3 февраля. Пассажиры, уже купившие билеты, но не успевшие ими воспользоваться, могут вернуть их без штрафных санкций. Штраф за превышение скорости от 20 до 40 км в час составит 3000 рублей. За 3 грубых нарушения правил в течение года будут лишать прав. Для нетрезвых водителей, перевозящих детей, появится свое более суровое наказание. Также у них не будет возможности сесть за руль до суда. Ямальские спортсменки завоевали 5 золотых медалей на чемпионате Уральского федерального округа по боксу среди девушек. В нем приняли участие 160 спортсменок. В сборную нашего региона вошла 21 участница. Основную конкуренцию северянкам составили представительницы Уральской школы бокса.